Да, как на самом деле тоже не густо УР с артефактами. 20 тысяч натворца, толком ничего нет, 54-я минута игры. Мне кажется, здесь уже должен быть еще какой-нибудь один, ну, Мьёльнир, допустим, или что-то в этом роде, или МКБ. Тогда УР-ка действительно была бы уже сильна. А так, Бракс, ну, дайдалось, но гоним. Хорошо, стан по медведю, медведь практически у нас умер, Лобзорд на него повесили. Есть, в принципе, там второй медведь, да ладно, Сайленс откатился и должен сейчас здесь разрубать абсолютно всех Свен. Свен терпит, никого не бьет, потому что Алибар, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не заметил он того момента, насколько я понимаю, нужно было выбегать. Ну, ждал и классную кнопку, убить никого не сумел, 1-4-3-7 в корне с первого удара. Так же уйти не получится у Сайленсера. Минус. И, кстати, да, вы понимаете, да, то, что Свен без байбека и Свен умер. Вот такой вот сейчас нарисовал путь тупления комплексити. А, там он, наверное, телепорт ему давал. Точно. И заходит в последнюю сторону теперь уже комплексити. 35 секунд не будет у нас Свена. Одна секунда до появления ВР-ки. У ВР-ки есть байбек. Бараки падают, есть шейку, хорошо очень связали под медалькой. Кстати, а медведь-то у нас умрет? Нет, не умирает. И второй барак также очень серьезно падает. Все христианка, ничего толкового, хотя Зефрика у нас убьет моментально. Есть также и Сайленс, Свинт пытается уйти назад, Манта Стайл, хорошо, Сайленс пропадает. И убивают здесь ВР-ку, ВР-ку разрутилась в МЖВ. Вы посмотрите, как больно МЖВ в таверне, 100 секунд его не будет. Там пустые бараки у нас остались. И должны сейчас, естественно, C9 идти и воевать на мужика. Просто на мужика. Про него забыли? Cloud9. Ау! Вы без рефрешера идете драться. Последний путь. Изолятор появился у Эмбера. Эмбер также понимает, что нужно хоть какой-нибудь артефакт. Бедный. Айсбласт залетает ни по кому, не попал абсолютно. Свен с мегакрипами, я думаю, даже разбираться сейчас не будет. Хорошо. Последние бараки у нас начинают падать. Cloud9, это вся их жизнь. Они постоянно играют в этом стиле. Бараки упали. Это мегакрипы на мегакрипов. Сколько лет я такого не видел. Здесь Лодруид рубит, режет. Где ваши телепорты? Свена держит. Свен погибает. Да ладно, и выигрывают комплексити первую карту у Cloud9. Ой-ой-ой, связали, все-таки медведя пока что еще не выигрывает. Бей, просто бей медведя всем, чем только можно. Минус медведь. Вот это да, не будет Свена 85 секунд. Байбэк от Лондруида. Должен бежать дальше, должен лететь. Все что угодно он сейчас должен делать, но должны ребята дотянуться до этого трона. В смоках отправляется в комплексити. Естественно, все здесь быстренько спалят, но Бейн заходит, Глиммер Кейпи всех увидел. МЖВ много дэмэджа получил. Тоненько в сторону. Хорошо, есть Global Silence, стяжка стенка. Где рефрешер? Есть рефрешер. Ой-ой-ой, но он в кулдауне. И начинает лепеть просто вгрызаться в трон, и трон падает. Ничего не могут Cloud9 с этим сделать. Вот это да. 1-0 комплексити. 16 фрагов за 60 минут у этого коллектива. И Лондруид все-таки сделал то, зачем его вообще пикали.